29 января Украина отмечает День памяти героев Крут. 100 лет назад в этот день произошло сражение у железнодорожной станции Круты. Небольшой отряд студентов, юнкеров и казаков противостоял большевистской армии. Память защитников Украинской Народной Республики почтили во всех городах страны. В Одессе памятный митинг прошел у дома на улице Пастера, где жили украинские общественные политические деятели Иван и Юрий Липа. Девятого января 1918 года около 400 бойцов Украинской Народной Республики у станции Круты перекрыли путь на Киев 4000-й группировке большевистской Красной Армии. В составе отряда были юнкера 1-й украинской военной школы, студенты, гимназисты и казаки. После 5-часового боя 27 защитников, взятых в плен, красноармейцы расстреляли. В живых осталось 7. Бій під Крутами навчив нас, що незалежність та свобода варті того, щоб за них віддати життя. Бо без свободи будь-який народ не має майбутнього. Сегодняшняя ситуация во многом схожа с той, что была 100 лет назад. Юбилей боя под Крутами совпал с усилением напряженности в Донбассе. Международные наблюдатели фиксируют активизацию военных приготовлений. Украинской армии снова предстоят тяжелые бои. Александр Виноградов, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг».